Всем добрый день, с вами Соловьё Марина. И в этом видео мы с вами протестируем очки Faberlic. Вот эти вот, которые у нас в текущем каталоге были по 650 рублей. Эти очки предлагались консультантам, предлагалось заработать консультантам ровно год назад. При определенном объеме продаж в рублях, он там исчислялся, у каждого консультанта был свой. И вот я эти очки получила всего лишь там за 99, что ли, рублей. А сейчас они выложены в каталог, видимо, не все разошлись. И эти очки были заявлены с линзами с поляризационным эффектом. То есть здесь так и было написано, что в них стекла полароид. Что такое поляризация? Я не буду вдаваться там в какие-то дебри, да, научные. Я просто скажу, что это такое свойство очковых линз, очень полезное для водителей, именно тех, кто водит машину, снимать блики. То есть это как бы антибликовое, будем так говорить, покрытие. То есть когда слепит солнце, когда отражается вода от снега, от луж, вот это вот, когда все бьет в глаза, капот мокрый, ну все что угодно, да, все, что мешает водителю сконцентрироваться на дороге, когда мы щуримся, наклоняемся, вот эта поляризация, она полностью снимает этот эффект, ну не на 100%, но настолько, что смотреть на дорогу комфортно. И когда я купила машину, я другие очки покупать просто перестала. То есть, какими бы они ни были супер-пупер подходящими, если в них нет поляризации, значит, я не смогу в них нормально ездить за рулем, я их не беру. А я все время за рулем. Эти ситуации, когда они за рулем, это буквально я до магазина дошла, еще что-то. То есть, другие очки я не покупаю. Я покупаю исключительно Polaroid. И вот, как проверить, есть ли на очках поляризация? Существуют специальные такие тестовые полоски, которые при взгляде обычными, допустим, да, без очков там, или в очках солнцезащитных, но без этого покрытия, мы ничего не видим. Вот, например, да, у меня есть футляр от очков Polaroid, в котором эта тестовая полоска прикреплена. Это есть не во всех футлярах, и не ко всем очкам Polaroid идут футляры, но вот мне посчастливилось такие очки купить. И здесь у меня такая полоска есть. Я вам сейчас покажу, как это работает. Если вы хотите проверить свои очки, есть ли в них поляризация, вы можете, например, прийти в Спортмастер, там продают очки Polaroid, и там есть такая же тестовая вот эта вот панель. Ну, либо где-то в оптике. Я вам покажу сейчас тест. Вот смотрите, вот она эта тестовая полоска. Здесь написано «Протестируйте поляризацию» на английском языке. Вот мы видим, что здесь просто серебристая полоска. Сейчас я поднесу сюда очки Polaroid. Вот эти очки у меня Polaroid. Они как раз шли вот в этом футляре. Вот я вам покажу. Видно надпись, да? Вот, Polaroid. Сейчас я вам попытаюсь показать, как изменится, что изменится после того, как я эти очки поднесу сюда. Как же лучше сделать-то? И видны буквы. Видно вам, как меняется? Вот так ничего нет. Блин. Вот так. Вот. Видно, да? Там что-то написано. Polaroid eyewear.com. А, ну это сайт Polaroid. То есть вот, пожалуйста, мы ничего здесь не видим. Подношу очки, появляется надпись. Вот это тест на поляризацию. То есть отсекает все блики. Все вот это вот бликующее серебро, и мы видим буквы. Вот настолько повышается четкость. Теперь я вам покажу, как, ну, что это работает только с поляризацией. Вот у меня есть вот такие вот понтячие очки. Когда-то я их покупала, не знаю, 200 или 300 долларов. Это вообще было в 2003 году, когда у меня не было машины, и мне, вот, как говорится, понты дороже денег. Купила себе вот такие очки, будучи в Арабских Эмиратах. Захотелось мне поносить бренды. Ну, тогда была совсем молодая, и было это даже как-то важно. Очки на самом деле настоящие. Очки куплены в приличной оптике. В общем, показываю с ними этот же фокус, и ничего не меняется, видите? То есть, несмотря на то, что очки стоят бешеных денег,
они не дают вот этого эффекта. Они дают просто, ну, это как аксессуар такой, да, в котором можно просто походить. Они дают защиту от солнечного излучения, от лучей спектра А и Б, но они не дают вот этого основного эффекта, который мне теперь нужен как водителю. Вот, поэтому не всегда цена очков оправдывает, допустим, их, ну, не то чтобы качество, а их пользу. Иногда очки, которые вот 650 рублей в каталоге стоят, а от них еще там купон действовал минус 250, и того их можно было купить рублей за 320, получается, они иногда приносят больше пользы, чем вот такие вот имиджевые штуки. И вот они, наши очки Faberlic, показываю, вот она, это всем известная здесь мордочка. И проводим тест на поляризацию. Пожалуйста. Они немножко темнее моих, но вам видно, да, что буквы появляются. Вот я их убираю. Ничего нет. Вот я их подношу. Пожалуйста. То есть очки Faberlic полностью проходят этот тест. Если вдруг у кого-то на складе они еще есть, или вдруг кто-то вернул, такое тоже может быть, что кому-то они не подошли по форме, кому-то они не сели вот здесь на переносицу, и их вернули, например, не раздумывайте, берите, потому что очки Polaroid, например, вот эти, я покупала за 2600, по-моему, рублей. Ну, то есть стоимость не очень маленькая, а здесь всего лишь там 300 рублей. Ну все, я надеюсь, я вам очень подробно рассказала по поводу того, являются ли наши очки настоящими Polaroid или не настоящими. Да, они настоящие. Да, здесь настоящее стекло, линза Polaroid, не стекло, пластик. Настоящая полароидная линза с настоящим покрытием Polaroid. Берегите свои глаза. С вами была Марина Соловьева. До новых встреч!